Всем привет! Пришла сегодня посылка с Китая. Заказывал я пасечный нож для распечатки сота. Стоил он $16 с копейками. Оценили посылку китайцы. Вот видно у нас 3,43. Такая вот посылка, картонная коробка. Наверное, сантиметров 50 по весу, 559 грамм. Будем распечатывать, проверять на работоспособность его. Так. Будем надеяться, что целый пришел. Конечно, запечатали капитально. Пакет. В пакете коробка еще. Так, разрежем. На следующий уже год посмотрим, удобно им. Работать неудобно. Такая вот коробка у нас внутри. Упаковку в сторонку отбрасываем. Здесь вот даже акциз стоит. Мы будем надеяться, что нож нормальный. Что последнее время, что попало, присылает постоянно, споры с ними. Такой вот ножик у нас. Кабель. Кабель пластиковый. Так как работать с ним будем в теплетах. Нормально. Еще что. Он то большой, но распечатывать не знаю, удобно, неудобно будет, по весу такой приличный. Если будет неудобно распечатывать, так перед постановкой на отставке рамок, можно будет их просто снимать, ячейки по планкам. Тогда они, получается, рамки не раздутые, и удобно ставить, не надо подбирать одну к одной. А то, когда сильно раздутая рамка, так получается, что надо подбирать, чтобы расстояние между рамками нормальное было. Вот такой вот ножик у нас. По остроте он то не очень острый. Не знаю его, точить, не точить. Вот видно, заточка такая. Посмотрим вот. Блескучий, так плохо видно, отражая поверхность. Ну вот, заточка. Изнутри по подошве. А кверху кромка такая вот режущая. Вот здесь. Ну, будем надеяться, что нож нормальный. Здесь вот запаянный так. Ну, если взять вот по ширине полурамки, как раз удобно будет по планках ячейку снимать. И тогда будет удобно ставить уже рулья, так как широкие соты иногда приходится после откатки постоянно подбирать, так как они мешаются с разных ульев. Подбираешь посты. Взял я удлинителя сюда. Сейчас включим, проверим. С виду он так вот у нас. Вроде нормальный. Вот ручка треснутая немного. И сюда вот трещина немного идет. Вот не заметил сразу. Небольшая трещинка на ручке. Ну, это ерунда. По спайке здесь вот
видно. Ну, тоже не очень такая спайка. Здесь вот у нас, ну, сейчас включим, проверим вообще, чтобы он рабочий был. То, что китайцам доверять нельзя. Все-таки это китайцы. Вот я включил его. Ну, вроде бы начинает греться вот в этой части вот. Более сюда пошел. О, ай, горячий нож. Внутри треск слышен небольшой. Посмотрим. Пускай нагреется. Покуда деньги китайцам отдавать не будем, надо немного попробовать его, как бы в работе, но сейчас не на чем особо пробовать. Хотя бы так холостую погонять, чтобы он этот нож не сгорел. То, что смотрю, много кто говорит, что и сгорают часто. Ну вот здесь и на изгибе некрасиво выгнуто так. Ну, лишь бы работал. Током вроде не бьется, то мне показалось. Тепло от ножа идет хорошее такое. Сколько он градусов нету, чем замерить. Ну, горячий. Притронуться нельзя. Сама режущая. Ай! Режущая кромка также уже горячая. Паяльник хороший такой. А сейчас положу его на камешек. Это мой камень. Астрофилит называется. Красивый такой. Покупал в интернете. Люди продавали. Положим. И вот так я сейчас сото найду. Кусочек. Вот я сото нашел. Такой сочек небольшой. Ну, печатку трогать-то не буду. Это я делал на сотовый мед. Есть у меня видео, это с отходов. На полурамке пилил. Такие тонкие рейки остались, а с отходов такую рамку секционную сделал. И на планку шурупами вот прикручиваю в этой месте. По три штуки на планку, и получается полурамка. Ширина 37 миллиметров. Вот такая вот рамочка. Попробуем на ней сото немного подрезать. Ну или саму печатку. Как будет видно, нам не видно. Так. Вот наша печатка. Сейчас немного попробуем. Было, наверное, сначала помыть ножа. Ну ничего. Ну, вроде мед так. Не плавит. Не шипит особенно, как показывали. Смотрел видео у кого-то, так с треском мед. Думаю, если массово рамки обрабатывать им, так буду нормально резаться. Не это, не перегреваться. Так как большой поток, он остывать будет немного. Вот, еще раз печатку резанем. А не, вот, зашипело у нас. Закипел мед. Ну это сразу, а потом уже он остывает, так не так. Ну я в основном этот нож брал не для этого, не так для распечатки, как для выравнивания сота перед постановкой улей. Буду равнять им сот.
Ну вот уже сколько он греется у нас. Цвета не изменил. Не перегревается особо. Ну жар исходит такой. Думаю, будет работать. А еще его немного потом включу, пускай так поработает. Что-нибудь попробую врезать. Отбирал я старые рамки. Было бы хорошо вот им вырезать, наверное, старые соты. Горячим таким. Ну, посмотрим. Вот почернел у нас мед. Уже подгорел на нем. Будет или распечатывать, или все-таки рамки равнять более. Чтобы более удобно ставить. Кому было полезное видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Задавайте вопросы. Отвечу. Что еще вам сказать по этому. Будем работать в следующем сезоне. Где-то обзор побольше на него. Он немного выгнутая подошва так. Ну, всем спасибо за просмотр. Удачи. До свидания.